Привет! За неделю до зарплаты у вас опять закончились деньги. Каждое утро вы встаете и едете на нелюбимую работу, где вам платят крайне мало. Вы работаете по специальности или нет. Результат примерно одинаков. Денег не хватает. Что можно сделать в этой ситуации? Первое. Прийти после работы и включить телевизор. Новостной канал. Там вам расскажут, что в стране жизнь постепенно налаживается. Экономика приходит в порядок. Людям индексируются зарплаты, пенсии. Бюджетники довольны. Учителя получают по 60 тысяч рублей в месяц. И, в принципе, все те, кто считает иначе, очевидно, являются тайными агентами Госдепа. Если такой вариант вам не очень нравится, можно попробовать занять денег до зарплаты у друга. Но что делать, если у него самого этих денег уже нету на второй день зарплаты? Третий вариант – сходить в банк и взять кредит. Но этот вариант доступен тоже не всем, так как со временем придется отдавать все в двойном, а то и в четверном размере. А жена иногда хочет сходить в парикмахерскую, сделать себе милирование или на худой конец даже колорирование. У вас опухла голова от этих проблем. Поэтому остается только четвертый выход. Перестать, наконец, тратить деньги на продукты. Обратиться к религии. Или вообще стать вегетарианцем. Попробуйте какие-то нестандартные методы, потому что обычные уже давно не работают.